Croatian Prime Minister Andrei Plenković and visiting Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Wednesday signed an agreement on long-term cooperation and support between the two countries. Croatia is hosting a Balkan Leaders Summit on Ukraine in Dubrovnik. The goal of the meeting is to rally regional support for Ukraine in its fight for freedom, Plenković stated during a government session. This summit follows the Ukraine-Southeast Europe summit held in Tirana, Albania, in February, where Zelensky urged greater backing for Ukraine's defense efforts. Russian President Vladimir Putin on Tuesday held bilateral talks with Azerbaijani President Ilham Aliyev and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan on the sidelines of the summit of the Commonwealth of Independent States in Moscow. Putin praised economic relations with both countries and noted that the trade turnover with Armenia may reach an all-time high this year. Last year, the turnover reached $7.4 billion, and in the first half of this year it grew 2.5 times, exceeding $8.3 billion, Putin said. If we move at such a pace, it means that this year's trade turnover can amount to $14 to $16 billion. This is a record indicator. Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые друзья, коллеги, проводим сегодня мы сейчас с президентом. И хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Вот мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан. 4,3 миллиарда долларов оборот торговый. 4,5 миллиарда наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику. Много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Уважаемый Ильхам Гейдарович, мы ждем вас в Баку. После вашего государственного визита динамика наших двусторонних отношений достаточно заметное. Было много контактов уже на уровне представителей различных структур, членов правительства в рамках выполнения тех решений, которые были достигнуты в августе в Баку. И сегодня также хорошая возможность, как вы отметили, еще раз пройтись по этим вопросам, потому что повестка дня достаточно обширная. Уважаемый Николай Владимирович, уважаемые коллеги, это будет и полезно, и интересно, много контактов, ну и двусторонние. Торговые и экономические отношения развиваются весьма энергично, успешно.
товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов. Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14-16 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Очень рад констатировать, что последние месяцы и в течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог. Вице-премьер Аверчук приехал к нам в Ереван и состоялся не только заседание межправительственной комиссии сотрудничества, но и довольно содержательно мы поговорили по фактически всем вопросам нашей повестки. На полях этого совета мы довольно-таки